на месте. Мы приветствуем Ларису, интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит, но она очень тяжелая, как каменная внизу. Проверим ее еще раз, голограммы, видимые, невидимые какие. И я даю команду на счет 3. 1, 2, 3 и становится рядом. У меня вышло как тонкое тело, голограмма. Голограмма. Отправляю голограмму в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. И на счет 3 выстраивай канал к ответственному. 1, 2, 3. И притягивай всех, кто связан с этой голограммой, из биополя Ларисы, в клетку, тюрьму, где бы они ни находились. Все по цепочке сюда приходят. Это эгрегор. А информация есть, какой эгрегор? Ну, идет слово космический. Космический, который ее так тяжелит, да? Хорошо, оставляем это все в клетке. И я приветствую Ларису, интересуюсь, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она показывает на этот эгрегор, говорит, что у меня там часть энергии. Лариса, а почему вы свою часть энергии отдали в этот эгрегор? И что это за эгрегор? Вы можете объяснить? Это эгрегор, которому она верит. А как он называется, этот эгрегор, которому верите? У него есть название? Просто у нас есть предположение, что с этим... Она говорит космо и показывает, как в космос. Космо. От нее идет картинка, это небо, черные звезды. Оно, это не он ее утяжеляет. А что? Утяжеление у нее осталось внизу, я не знаю, чей он. Хорошо, я даю команду, значит, 3, это утяжеление из-под ног, силы моего намерения, выходит, зависает в воздухе, что бы это ни было. Знаешь, это напоминает икру. Да ты что? Вот она вся идет с ног и вверх по левой стороне до самого плеча каким-то таким углом. Внизу много, вот это как из крупинок состоит. Чье это? По-моему, мы такое еще не видели. Нет. Хорошо, все выходит, и все эти крупинки этой энергии, сила моего намерения, да будет так, формируется. Перед ней зависает в воздухе. Как шарики, они небольшие. Они собираются, Вера? Да, готово. И отправляю это все в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. И от этой массы я выстраиваю канал к ответственному. 1, 2, 3. Притягиваю в нашу клетку, тюрьму. Все, кто ответственен за эту энергию, притягиваются. Это рептилоид. Снимаются все маски, голограммы, рептилоид пристает в первозданном виде, согласно своему эфирному коду, от него выстраиваются каналы ко всем остальным ответственным, 1, 2, 3, и они притягиваются в клетку-тюрьму. Это да как будет... матка-рептилоид, сделай нам защиту. И выставляю защиту перед клеткой рептилоида. Матка-рептилоида, она отложила свои личинки там в ее телах. У нее охрана есть. И где эта охрана? Здесь, в клетке. Хорошо. И сколько их там? 2. Хорошо. Считай цифры над головой рептилоида матки. 0. Она матка. У нее нет отчета. Так, с кем мне коммуницировать? С маткой или с ее охраной? Или с кем разговаривать? Кто готов отвечать на мои вопросы? Матка. Хорошо. Я так тогда к тебе и буду обращаться. Хорошо, ты находишься в теле человека, который был захвачен обманом, и человек к нам обратился по своему волеизлиянию и попросил вывести все сущности, которые находятся в его биополе. Мы производим чистку этого биополя, поэтому вы сегодня находитесь здесь. Вам это понятно? Очень не вовремя. Понятно. Хорошо. Вовремя или не вовремя, это такой вопрос. Я просто, ты там целую армию рептилоидов сейчас в клетке оставила. И нам этот как-то надо решать вопрос. Во-первых, узнать, почему это случилось, установить причины. Я со своей стороны могу только сказать, я не собираюсь причинять ни тебе вред, ни твоему потомству. Мне надо понять причины твоего подселения. Если ты мне поможешь это сделать... Вы все уйдете здоровыми на свою чистоту. Тебе это понятно? Ну, ее биополе, оно подходит. Ну, это что подходит тебе, а что ей подходит, это две разные вещи. Она является своей собственной единицей.
Она использует энергии, данные ей от Абсолюта, которые ты не имеешь права без ее согласия воровать. Тебе это понятно? Если мы не можем подойти к общему знаменателю в этом вопросе, так я тебе просто рассказываю, ты незаконна здесь. Что тебе подходит или не подходит, меня это вообще не интересует. Она говорит, что это очень похоже на естественную среду. По тепловым категориям ее биополе очень подходит для завершения этой задачи. Хорошо, скажи-ка мне, рептилоид матка, а не связано ли твое подключение с подъемом на какой-то корабль? Она, и Лариса утверждает, что она была поднята на корабль или поднялась сама. Ты в курсе такого? Это было знакомство, сканированное тело. Это вы были, да? Да. Скажи мне, рептилоид, у меня тогда к тебе еще один вопрос остался. Не связано ли это ваша подключка? Я не буду обсуждать, хорошо это или плохо. Я моральную сторону оставлю в стороне. Меня интересует, не связано ли эта подключка с учением такой школы, как... Вы не связаны как-то с этим напрямую? Вот этот меня вопрос интересует. Напрямую нет. То есть вы работаете через кого-то, да? Косвенно. Не с ней. Не с ней. А как получается так, что вот такие... Я просто вижу возрастающее число людей, которые поднимаются к нам на лечение, и не первые говорят мне об этом портале, когда они выходят в какую-то медитацию, которую она читает, и люди попадают якобы куда-то, описывают события, как будто они космос видели, или сущности, которые их там приветствуют. В виде Мы их богов. Перехватываем. Вы их перехватываете. То есть практически не это... Всех. А кого? Космических? Ангелов? Кто по энергии подходит? Кто по энергии подходит и верит. Тот, у кого есть сомнения, не попадет к нам. Но верят люди во многое. Ты понимаешь, это тоже такая вещь, можно верить во что угодно. Меня просто интересует, есть ли прямая связь от этого учения, которым она увлеклась, потому что она сказала, было погружение, и она почувствовала себя, о котором ей рассказали. Погружение было, но не туда, куда она хотела. Если бы она чувствовала сердцем, а не глупо верила, такого бы не произошло. Вот как. Хорошо, значит, она не попала на корабль, она попала на сканирование на корабль рептилоидов, правильно? Да. Там вы просканировали, поняли, что она подходит по энергии и, так сказать, воспользовались ее услугами. Меня этот вопрос пока устраивает. Перехожу к дальнейшей чистке, и когда мы закончим, я отпущу тебя на твою чистоту. Все понятно? Да. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ларисы под ногами, притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. У нее притянулся спрут еще, но вот от этой матки идет информация, что нельзя, чтобы кто-то еще был, когда она вот это все делает. И тот, кто был... Охрана прогнала. Удалили всех. У спрута осталось что-то в ней. Конечно. И я даю команду, значит, 3. Включаю внутренний белый свет Ларисы. 1, 2, 3. И она выдавливает все, что осталось. Выходит все подключки. Все, что установил спрут. Его энергии выходит. Все зависает в воздухе. Но начинает осталось на частоте спрута из ее биополя. Значит, получается, что то, что вышло, оно не влияло на нее последнее время, ни оттока энергии не делало, но спрут это оставил, поэтому он притянулся. Вся у нее энергия шла на обслуживание вот этих яиц. То есть она работала инкубатором живым, правильно? Да. От спрута вышли вот эти остатки.
открывается портал в галактическое ядро и улетает все в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, поехали с реверсом энергии. Сейчас мы будем возвращать энергии темные, забирать все светлые. После этого мы проводим проверку, и, вернее, после этого все вытаскивается, что осталось в биополе. Это обращаясь к рептилоиду матке. И после этого, когда проходит тест и ничего не остается в биополе, мы отпускаем нас и вашу чистоту. Скажи, рептилоид, а вы много людей вот так вот сканируете? Много. То есть все, которые вылазят в биополе, желая вот эти медитации прочитать? И... Все, кто неправильно вылазит в медитации. Скажи, медитации как... не всегда виноваты. Угу. Что играет роль, скажем так, объясни мне, чтобы я просто понял всю эту суть. Ну хорошо, подожди. Вы же сами говорите, что у вас есть сердце и душа, которые чувствуют. Ну, она верила наверняка в том, что она была на корабле. Но она просто не поняла, какая разница между кораблем, который она хотела попасть, и кораблем вашим. Какую она лично ошибку допустила? Ты можешь мне объяснить? Хорошо, стоп. Пока я дам... Я уже говорил, верила, да, без сомнений. А везде нужно сомневаться, искать что-то альтернативное и слушать, как вы говорите, свою душу. Я, наверное, первый раз в своей жизни с рептилоидом согласен. Действительно, ты правду говоришь. Хорошо. И мы изучили человека достаточно хорошо. А сколько лет тебе в земных годах? Скажи многие мне, пожалуйста. Многие эмоции вам непонятны. Верно. Нам непонятны, но они прописаны. Я понимаю. В наших учебниках. Я знаю. Я знаю то, что вы даже были когда-то на каком-то этапе нашими создателями. Какая-то часть наших ДНК содержит ваши ДНК. Это правда? Не совсем так. Это так просто преподносится одной школой, которая, в общем-то, вот как раз и Ларису отправила в космос на корабль, а она попала к вам. Вот это я не могу понять. Смысл такой, что часть где-то 5 или 15% от рептилоидной расы находится, они были нашими создателями, одна из 5 или 6 рас, вы были, и вы дали свое ДНК для того, чтобы вырастить какое-то... Было много экспериментов. Хорошо, скажи мне, сколько тебе лет в земных годах, для того, чтобы я просто понял, насколько информацией ты владеешь? 36 тысяч. Да, безусловно, объем информации, который тобой получен, это не сравним с теми знаниями, которые у нас на настоящий момент есть. Ладно, хорошо, благодарю тебя за этот ответ. Я перехожу сейчас к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ларисе. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Но от нее еще идет информация. Она тебе говорит, что да, в свои годы она может также считать прошлое ее поколение, потому что все знания и опыт закладываются в ней. Они не пропадают просто так. Это и есть род в их понимании. То есть, когда отмирает один, все его знания, опыт и сила передаются другому. Это вот и это... есть сила рода. Вот это и круто. И она спрашивает, а сколько тебе лет? Мне? Моей душе или мне? Душе. Около 50 и тебе тысяч. Одно я знаю, моей душе я живу, я же на Земле воплощен. Это не одно и то же. Моему физическому биороботу сколько лет, ты для спрашиваешь? Для меня одно и то же. Я спрашиваю о тебе. Моя душа была рождена 50 тысяч лет назад. Я прожил... Ты старше меня.
Я прожил 3864 жизни. Это 64-е, 3864-е. И постоянно занимался тем, чем я занимаюсь. Я являюсь гибридной душой, плеядианца и ангела. Как мне объяснили, такая душа была создана для каких-то определенных целей. Скорее всего, для тех целей, которыми я и занимаюсь. Возможно, я старше тебя, но мне потребовалось прожить 3864 жизни. А ты одну жизнь живешь, которой 36 тысяч лет. Как я могу сравниваться с тобой? Весь опыт, который я собираю, я никому его не могу передать, кроме как моему высшему «Я». Ты же передаешь это всему своему роду. У нас абсолютно разные исходы. Она говорит, что вот эти жизни рода, она тоже считает в эти свои жизни. То есть это ее роду столько лет. Потому что весь опыт переходит к ней и к следующему поколению. Но точно она говорит, что это можно сравнить с вашим высшим «Я». Я понимаю. Скажи, нам между нами слишком большая разница в менталитете, во взглядах. Я понимаю, вы намного развитее нас, но разница во взглядах у нас очень существенная или нет? У кого у нас? У людей, живущих на Земле, у человеческой расы. Вы слабые. Куча это... зависимости и пороков. У вас нет зависимости? Жадный, верно. Вас легко найти слабую точку. Очень легко, согласен. Это есть. Реверс закончился. Отлично. Устанавливаем фильтры с золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Лариса забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Лариса себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Скажи мне, пожалуйста, как к тебе обращаться? Мне как-то неудобно называть тебя рептилоид-матка. У тебя есть имя? Можно его как-то произнести, чтобы я тебя по имени называл? Меня зовут Влад. У меня звуки выходят какие-то. Понятно. Значит, нету такого на нашем вибрации. Вибрации. Я понимаю. Ну, к сожалению, мы не можем это перевести. Может быть, какое-то слово похоже. Скажи, пожалуйста, тогда, а много ты поколений уже со своего... Вот как ты 36 тысяч лет, ты сказала, да? Сколько уже рептилоидов ты создала и воспитала, скажем так? Это так не работает. Понятно. Хорошо. Ждем тогда окончания реверса. А у тебя высокий ранг среди рептилоидов? Мы встречали разных рептилоидов, встречали даже генералов рептилоидов. Но ты как по рангу? Как тебя определить? У тебя нулевой уровень, я такого еще не видел. Как это может быть? Ты же не одна среди рептилоидов, которые потомство делаешь. Наверняка, правильно? Есть же другие еще рептилоиды-матки. Есть. Но ранг у тебя высокий, да? Если у тебя охрана, я еще не видел никогда рептилоида с охраной. Это охрана потомства. А, охрана потомства, понятно. Хорошо. 36 тысяч лет, конечно, да. Ваши представители живут на Земле в человеческом биороботе? Это не так, как ты представляешь. Но у нас говорят, на Земле живут живые люди, которые являются рептилоидами. То есть они иногда у них проявляются черты лица рептилоидов, а потом опять человеческие лица. Может быть, это обман, я не знаю. Но есть такая информация, что рептилоиды давно инвольвированы в нашу систему. Они занимают ключевые позиции в финансовом мире, в военном мире и в политическом мире, и в мире здравоохранения. Это правда? Ты хочешь много знать. Вам уже все дано. Я хочу просто знать, это да или нет. Больше я ничего не хочу. Я хочу просто понять, как наш мир устроен. У тебя намного больше информации. И поскольку нас судьба свела сегодня, я думал получить какую-то информацию для своего развития. Если ты считаешь это возможным, дать мне эту информацию, чтобы я понял картину, в которой я живу, я был бы тебе признателен. Если нет, я тебя тоже не осуждаю. Мой ответ не ведет куда-то. А развитие подразумевает путь. Согласен. Хорошо, Верочка. Закончился реверс? Да.
Хорошо. Я прошу тебя тогда сейчас вытащить все, что ты оставила в биополе Ларисы. Я проведу потом проверку, и после этого буду тебя отпускать на твою чистоту. Но у нее как слизь какая-то коричневая осталась. И я даю команду, все, что сейчас находится в биополе Ларисы на частоте рептилоида, 1, 2, 3, начинает выходить из ее биополя, выдавливается, включая внутренний белый свет. Это все выходит, выдавливается, формируется в шар перед ней до последнего микрона, до 100%, все выходит из нее. Готово. Большой шар? Больше меча. Хорошо, рептилоид, отдать тебе эти энергии? Отдать. И отправляю рептилоиду его энергии. Хорошо, ее в этом случае. Это не энергия, это слизь коричневая. Ну, я понимаю. Скрепляла ее. Хорошо, это ее энергия, я мог ее уничтожить, но я решил ее отдать. Хорошо, Верочка, мы здесь закончили, все убрали. Все, тогда я сейчас даю. А сколько ты сидела в этом биополе, ты мне сказала, рептилоид? Все происходило постепенно. Ну, сколько времени приблизительно? Вы синхронизированы? 6 месяцев, как откладывала. 6 месяцев, хорошо. Так. До этого сплетения нужны были определенные условия. Но ты сейчас синхронизирована с ней, с Ларисой? Нет. Хорошо, мы все вытащили оттуда. Тогда я сейчас подхожу к Ларисе, кладу руки на плечи и даю импульс высоковибрационного шока удара и сжигаю каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Пошел удар. Сжигается канал. Открывается портал в галактическое ядро. Этот канал улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Все, мы закончили. Я прошу тебя, рептилоид. Первый раз, когда мы встречаем самку рептилоидов, матку вернее, вот женского общего рода. Пожалуйста, больше не приходить в это биополе. С этого момента мы начинаем охранять этого человека. Я не думаю, что тебе нужно будет какие-то составить проблемы, найти новое место обитания, но просто я прошу именно за эту душу, за этого человека. Мы договорились? Составить проблемы. Мне нужно будет донашивать это в специальном инкубаторе. Специальный инкубатор донашивания. Хорошо, давай мы тебе его сделаем. Значит, 3, 1, 2, 3. И появляется специальный инкубатор, предназначенный для выращивания яиц рептилоида. 1, 2, 3. Самая последняя модификация. Она смеется у нее. Ну, как может смеяться? Ее ждет уже корабль. Они ждут, чтобы ты открыла ее. А, понятно. Я просто думал тебе дать какую-то возможность, чтобы ты это забрала, помочь тебе добраться до корабля. Поэтому я и подумал тебе это все собрать. Но если у вас все организовано, тогда я открываю канал. Хорошо, было приятно общаться. Благодарю за информацию. И всего доброго там, куда вы идете. Готовы уходить? Готов. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте рептилоида. Матки, 1, 2, 3. И она забирает все, что она принесла, и уходит безболезненно на свою чистоту. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Такого что-то еще не видел. Ладно, поехали дальше. Подсоедини тонкую копию к источнику высоковибрационной чистой энергии, которую Лариса получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии нужно Ларисе и какая частота вибрации. 380. 380. И? 28. И на счет 3 в макушку головы Ларисы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота и вибрации поднимается до числового значения 28 Гц. Пошел подъем. У нее энергии такие интересные. Они как будто многослойные какие-то. Как пламенные. Угу. Но разных цветов. Глубокие какие-то. Заправилась? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ну вот энергия, они по чакрам прошли и все, наверх ушли куда-то такой полосой прям.
разноцветный. Готово. Отлично, хорошо. Создаем защитную оболочку. Подсоедини, пожалуйста. Меркаба встала, и вниз тоже у нее пошел поток этой энергии. Готово. Хорошо. Пусть тонкая копия Ларисы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. Подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Ларисы до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили чистку. Лариса, как вы себя чувствуете? Она привыкает. Привыкает, да? Я могу представить, что было бы, если бы она год просидела, этот рептилоид, она 6 месяцев там сидела. А если бы за год, она бы точно сожрала. Хорошо, мы закончили чистку, будем сейчас вызывать куратора вашего и попробуем задать ей вопросы. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю прийти к нам куратора или учителя Ларисы. Куратор или учитель Ларисы, пожалуйста, придите к нам в комнату диагностики. Девушка. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Ларисы. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Юпитер приветствует вас. Вы можете звать меня Дина. Дина, уважаемая Рада Дина. Рада встрече. Взаимно, уважаемая Дина. Вы первый представитель Юпитера, который у нас в нашей комнате находится. Это практически единственная, по-моему, планета в нашей системе, которая еще не была в нашей комнате. И вот сейчас вы пришли, мы очень рады. Благодарю вас. Вы куратор или учитель, Дина? Я куратор. У Вселенной есть уши, как вы знаете. О, да. Мы знаем об этом, конечно, есть уши. Да. Или же скажу по-другому, Вселенная слухами полнится. А вы нас слышали? Слышали. Благодарю. Поэтому мы здесь. Отлично, мы приветствуем всех представителей куратора. Дина, после этой чистки вы можете спокойно передать от нас на вашей планете, что мы с удовольствием примем всех, кто достиг уровня осознания, тем, которым можно постучаться, тем, которые готовы. Если у вас таковые есть, а они есть, мы всегда рады их приветствовать. Мы откроем им двери. Это является нашей миссией и нашей работой. Благодарю вас. И я благодарю вас. Дина, 10 вопросов, 7 вопросов подготовила Лариса. Я не знаю, я их особо не смотрел. Это вот как она написала, так они есть. Я тогда их буду зачитывать в этом порядке, который она написала. Первый вопрос. Кто у меня куратор? Если можно его имя, автоматически отвечается Дина с Юпитера. И второй вопрос. Какой я цивилизации? Я понял, полагаю, Юпитер. Душа планета Юпитер. Душа с планеты Юпитер. Хорошо, мы можем заменить этот вопрос на уровень высшего я. Ее. И на количество кармических узлов, сколько она прошла и сколько ей еще осталось, если вы согласны. 10 уровень высшего я. Угу. 2 кармических осталось, 4 прошла. Отлично, 6 узлов было вместе. Благодарю вас. Следующий вопрос. С какого духовного уровня, мы только что ответили на этот вопрос. Духовного уровня, я понимаю, уровень высшего я, она понимает, да? С какого духовного уровня пришла я в это воплощение? По понятиям Межзвездного Союза, чтобы иметь представление и духовно развиваться дальше и повысить его? Такой вопрос. Уровень высшего я 10, я уже ответила. Хорошо. У нас просто существует на Земле очень много информации противоречивой, поэтому, возможно, вот она вот так вот спросила. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. 4. Выполняю ли я свое предназначение на это воплощение? Если нет, то можно ли мне подсказать правильный вектор направления? Идешь правильно, но заигрываешься. Что ей стоит в этом случае изменить, как вы считаете, или рекомендуется? На что обратить внимание?
Уважаемая Дина, Анализировать. Анализировать. Я просто сегодня удивился, мы вытащили из нее, мы даже сами не видели такую сущность, рептилоид-матку. С сотнями или тысячами яиц, которые очень себя там уютно в ней чувствовала. К счастью, она всего 6 месяцев находилась, эта матка, в ее биополе, и не успела эти все яйца репродуцировать, оно бы наверняка и пошло бы дальше по ухудшению. С чем связана ее подключка вот этого рептилоида? Мы пытались уточнить у рептилоида, с чем это связано. Рептилоид нам сказала, что она слишком легковерная. Они ее поднимали на корабль и сканировали. Вы можете что-то по этому поводу заметить? Все правильно сказал. Хорошо, мы так и поняли. Пятый вопрос. Он немного длинный, поэтому я его прочитаю как есть. Духовная причина моего заболевания. Тут она спрашивает меня: Влад, я как у гипнолога хочу уточнить. У меня была онкология. Хоть и наблюдаться буду до конца своих дней, но я думаю, что я сама должна понять, почему она была. Но если об этом зайдет речь, возражать не буду. Возможно, будет понятно в процессе чистки. А вот с горлом прошу помощи у куратора. Духовную причину заболевания. Меня это очень изматывает. Представляете, не болит, а кашель, как у человека, который болен там какой-то болезнью. Тут она точки поставила. Очень важно научиться гармонизировать твои энергии. Если ты не соединишь их со своим биороботом, ты будешь расслаиваться, постоянно подниматься выше. Идет несостыковка. От этого идут болезни. Уважаемая Дина, это касается, да, и прошедшего, пожалуйста, вопроса. Угу. Ты должна научиться элементарным простым вещам. А ты прыгаешь в своих познаниях. Первое, что тебе нужно, это увидеть свои энергии, прочувствовать их, понять, как ими управлять, как их гармонизировать своим биороботом. А дальше выбирать себе направление или учение, сознавая, кто ты, откуда и какие энергии ты несешь, а не раздавая их и не подставляя их, эти энергии, под эгрегоры или другие учения, как ложные, так и настоящие. В первую очередь ты должна научиться понимать себя и свои энергии, а потом думать, нужно ли тебе и твоим энергиям погружение и посвящение. Отдашь ты там или получишь? Скорее всего, отдаст. Не подставлять свои энергии. Как я уже сказала, подложное или настоящее учение. Все, что нужно сделать, это научиться гармонизировать свой биологический робот с этими прекрасными энергиями, прочувствовать их, увидеть, визуализировать и питаться ими. И идти в какое-то учение, и я уже сказала, первое, что нужно сделать, понять, кто ты, а потом думать, нужно ли тебе подставлять свои энергии под удары или учение. Вот. Ты не разобралась сама в себе, ты не видишь своих энергий, ты не знаешь, как их гармонизировать, и ты поднимаешься на корабль неизвестных тебе цивилизаций. Абсолютно верно. Учение ни при чем. Каждый должен думать и делать свой шаг. У меня прямо на языке. Это был выбор Ларисы. Никто никого не заставляет. Я понимаю, безусловно, вы абсолютно правы. Вы абсолютно во всем правы. Вы очень правильно сейчас ответили на этот вопрос. Но у меня такое ощущение, что внутри, в сердце, каждый человек знает, чувствует, правда это или нет. Может быть, здесь пошел какой-то сбой. Может, здесь она не смогла прочувствовать. Я не понимаю, как тоже можно выходить на какой-то корабль, не имея защиты, не зная, как проверять сущности. Это неуважение к своим энергиям. Отлично, благодарю вас. Я понимаю, куратор должен давать не полные ответы, а для того, чтобы человек был в состоянии потом на земле проработать эти все слова и понять сам эту сущность. Я понял. Я полагаю. На самом деле мне трудно понять,
человеческую логику. Для меня это все просто и понятно. Я объяснять простые истины мне непривычно. Давайте тогда я перейду к следующему вопросу. Мы здесь, по-моему, все уже обсудили. Я понимаю, что Ларису тянула генетическая память. Она стремилась вверх. Но в первую очередь нужно было слушать себя и доверять себе. Этому, к сожалению, мы не можем ее научить. Это она сама должна пройти этот путь и научиться доверять себе или не доверять какой-то информации. Уважаемая Дина, у меня остался последний, 7-й вопрос. Он не менее тяжелый, как и 6-й, но мы и с ним справимся. Если вы позволите, я его зачитаю. Конечно, я позволю. Весной этого года она разрешила, чтобы ей установили матрицу Бурхата. Вы знаете о таком понятии матрица Бурхата? Вам это о чем-то говорит? Говорит, продолжаю. Но перед этим ей надо было спросить у своего высшего «я». Я слово «разрешение» она забыла написать. Скорее всего, ей надо было спросить разрешение у своего высшего «я». На тот момент она была новичком и, возможно, была неточной. Высшему «я» не нужна матрица Бурхата. Вообще не могу понять, зачем она нужна на Земле, эта матрица Бурхата. И кому она нужна? Она нужна тому, кому она нужна. Я понимаю. Она вообще полезна или она патогенная? Она ей повредит. Для того, кому нужна, она полезная. А другим может навредить. Лариса сама ответила на свой вопрос. Почему ты не хочешь практиковать? Так почему же ты не слушаешь свое сердце? Она все-таки высшее «я», а ей ответила. И вот это вот чувство она прочувствовала, но она не знает, доверять ли этому чувству или нет. Но это уже какое-то противоречие. Сердце говорит «не надо», а голова говорит «надо». И вот она пока этим не занимается, и оказывается, было правильно. Ой, я прошу прощения, Дина, но иногда бывают легкие вопросы, иногда бывают вопросы такие, которым даже вот трудно даже перевести. Я понимаю, что Лариса в поиске, но мне трудно понять, почему она делает шаги. Можно получать много информации и анализировать, и быть в поиске, и разные учения изучать. Но почему всем, чем она занимается, она делает шаги и ныряет в эти учения. Она пробует все на себе и при этом не знает свою душу, свои особенности, свои цвета, гармонию, силу своей энергии. Это немножко странно. Согласен. Уважаемая Дина, мы когда из заправления энергиями увидели очень редкие красивые энергии, которые мы до этого еще не видели. Мы уже поняли, что перед нами космическая душа, но не могли понять, откуда она. И вот сейчас понятно было с Юпитера. Нам бы хотелось все равно оставить какой-то полезный ей совет. Не могли бы вы, возможно, запустить, активировать эти энергии, если она, конечно, готова пропустить их по кругу, энергии Юпитера? Они активированы. Уже активированы. Хорошо. Может быть, тогда попробуем ей объяснить, как восстанавливать защиту для того, чтобы для ее изыскания. Ей обязательно нужно представлять их, понимать. Какого цвета энергии? Как они переливаются. Каких цветов энергии Юпитера? Чтобы ей это было возможно представить. Как бы вы описали? Энергии Юпитера. У них есть все. И сила, защита, память, энергетический ресурс, знания. Все заложено в цветах и смешано в определенной мозаике. Вот эту мозаику мы сегодня видели. Красивые энергии складывались в эту мозаику. Мы это увидели. Вы не могли бы ей сказать, какой цвет этой энергии, для того, чтобы она поняла, какие активировать стержень этой энергии внутри ее, и делать вокруг нее защитное поле из этих энергий?
Я бы мог объяснить, но это лучше куратора. энергии чакр. 7 цветов. Но они наполнены глубиной. Многослойные, значит. Совершенно верно. Это я для Ларисы говорю, чтобы она поняла. То есть один цвет идет на другой. Каждый цвет является своим слоем. Вот это и есть вот эта защита, вот этот спектр, который она должна себе представлять, выставляя эту защиту. Еще я дам совет Ларисе. У нас многие путают насчет защиты и ждут чего-то снаружи и получают подключку от рептилоида. Защита всегда идет изнутри. Всегда. Надо найти этот стержень внутри себя и расширить его за пределы своего биополя. Уважаемая Дина, поправьте меня. Мы всегда даем такие поправки для того, чтобы человек на человеческом языке мог понять. Иногда... Я нашла правильное сравнение. Да. На Земле. Если вы смотрите на Солнце, и луч преломляется, вы можете видеть несколько цветов, переходящие в один в другой плавно. Мы их радугой называем у нас еще. Или спектр света. Нет, спектр света. Там преломленный луч. Или бриллиант. Спектр цвета. У нас камень есть, бриллиант на Земле, он может этот спектр показывать. Именно об этом я и говорю. Отлично. Вот так значит, выглядят наши цвета. Красота. Как спектр цвета. Один переходит в другой. Там нет граней. Все и плавно. Наполнены глубиной. Вот я их сейчас увидел, как вы их описали. Все это нужно сгармонизировать с биороботом. Необходим. Энергии Юпитера, они... универсальные, поэтому так... защищающие, излечающие. Как я уже сказала, несут кинетическую память и знания. Благодарю вас, уважаемая Дина. У меня больше вопросов нет. Единственный вопрос, если у вас есть какое-то желание от себя что-то еще добавить, Ларисе, то это был бы самый лучший момент. Ларисе будет открываться двери. Но первое, что ей нужно, это научиться гармонизироваться своей энергией и биоробот полностью без расслоения. И тогда она будет цельная, и тогда она сможет двигаться дальше. Замечательный совет. Благодарю. Мы еще, когда будем возвращать ее в биоробот, проведем эту синхронизацию и гармонизацию этих энергий, передачи на физический план в биоробот. И я обязательно это еще ей покажу, как это правильно делать, для того, чтобы она могла самостоятельно это потом производить. И рекомендуется, конечно, сбрасывать негативные энергии, если она какие-то собирает в течение дня. Мы так всем говорим, сбрасывайте. Сначала выдавливайте эти энергии, потом заправляйте себя хорошими, положительными энергиями, светлыми, и тогда все будет хорошо. Потому что человек просто в течение дня может насобирать негатив и так далее. Это не является тем, что особо помогает. Это тем... простые вещи, которые должен знать каждый. Да. Но, к сожалению, если мы об этом говорим, то поверьте, пожалуйста, уважаемая Дина, не каждый об этом знает, к сожалению. Уважаемая Дина, я благодарю вас сердечно за вашу помощь, за ваши ответы, за глубокие ответы. Вы очень дипломатично и правильно сегодня отвечали. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в комнату диагностики, мы обязательно делаем какой-то подарок. Я не знаю, жили вы когда-то на Земле? Хотите ли вы увидеть какую-то мыслеформу с Земли? Скажи мне бриллиант. Бриллиант, запросто. Хорошо, Верочка. И в твоих руках появляется большой бриллиант с самым большим количеством... ты знаешь вот эту форму бриллианта? Наверху широко, а потом оно внизу сужается. Есть такая универсальная форма бриллианта, где больше всего граней, если я не ошибаюсь, больше 60. 1, 2, 3. Всеми цветами радуги он горит в свете. Горит, ты правильно сказал. Передаем этот. Я вижу пламя Юпитера в нем.
Вот. Передаю вам это в знак нашей благодарности, уважаемая Дина. Примите, пожалуйста. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. 1, 2, 3. Это единственный продукт, уважаемая Дина, который берут все представители любых цивилизаций, ангельских миров, с любых планет. Это какой-то универсальный подарок, потому что это витаминная наша медицина. Это единственный чистый продукт, который еще на Земле остался. Если вы позволите вам и вашим друзьям сделать этот подарок, нам будет очень приятно. Я не совсем понимаю, что это, но мы с удовольствием рассмотрим. Это ягоды, которые наполнены. И даже, может, попробуем. Благодарю вас. Во всяком случае, я вам гарантирую, ни одна цивилизация, ни одна планета еще не жаловалась, а благодарила нас за этот подарок. Я надеюсь, Юпитер тоже когда-нибудь попробует и скажет, хорошо это для них или нет. Благодарю вас. Уважаемые. Я прошу прощения за мои давящие энергии. Без проблем. Уважаемая Дина, благодарю вас сердечно за этот визит. Я бы хотела поблагодарить Ларису за эту встречу. Это прекрасно знать, кто ты. Это дает тебе силы. Абсолютно. Для дальнейшей жизни и решения поставленных задач. Я благодарю всех в этой комнате за то, что эта встреча состоялась. И я надеюсь, что мы будем дальше продолжать общение. Как договорились, уважаемая Дина, передайте наше предложение на Юпитере. Все сердечно приглашены. Все, до кого вы достучитесь, мы с удовольствием примем. Я обязательно передам. Благодарю вас. На этом месте пришло время прощаться. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Я больше чем уверен, мы с вами еще встретимся. Вдруг у нее вопросы возникнут, вдруг она захочет встретиться с Высшим Я. Я не знаю. Это ее планы, как у нее пойдет процесс развития. Самое главное, она знает теперь ваше имя, и я очень надеюсь, что она будет в состоянии установить с вами прямой контакт. Это является, в принципе, и сутью нашей работы. Мы хотим всегда... Да, это является действительно самым лучшим, что только можно, когда человек имеет прямой канал к своему куратору, и не стоит ему, так сказать, ему надо только в медитацию войти и получить ответ на свой вопрос. Все, не надо проходить это огромное количество ошибок. Доверять своему сердцу, безусловно, нужно, это важно, но с куратором работать намного легче для своего духовного развития. Это я говорю для Ларисы, чтобы она это поняла. И вам, и вас благодарю, уважаемая Дина. Дина ушла, она поблагодарила. Отлично, рассинхронизируйся с Диной. Хорошо, Лариса, мы закончили. Как вам ваша встреча с вашим куратором? Вы многое поняли сегодня? Но она многое поняла, когда энергиями закачалась. Она знала уже, откуда они. Хорошо. Теперь она знает ее куратора, знает имя. И мы очень надеемся, что когда-нибудь нам Лариса напишет. У меня состоялась встреча с куратором, и это просто сказка. Так и должно быть. Хорошо. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ларисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Лариса, вот эта команда. Она будет пробовать. Отлично. И отключайся от Ларисы и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.